Сегодня с вами опять Толяныч, и у нас сегодня сюжет, посвященный двухконтурным котлам, которые устанавливаются в последнее время практически во всех новостройках. На сегодняшний день двухконтурный котел устанавливается практически во всех новостройках. И это самая последняя новая система в отоплении и поставке горячей воды в каждую квартиру. Является автономность и очень выгодно в использовании. Но единственная проблема, эти двухконтурные котлы устанавливают посредине кухни, и они мешаются, торчат какие-то трубы. Все это портит внешний вид очень кардинально. Поэтому мы придумали, как выйти из такой ситуации, при том, что на сегодняшний день кухни очень большие, просторные. Если немножко убрать место, мы можем легко спрятать этот огромный котел со всеми трубами как бы в стену, что, соответственно, улучшает вид кухни, и вы можете здесь, особо не изощряясь, не придумывать ничего с мебелью кухонной, и то есть можете разместить здесь все свои бытовые приборы ровненько, то есть вот такая вот ситуация. При ремонте этой кухни мы решили подойти таким вот кардинальным методом к тому, чтобы избавить хозяина от этого огромного котла, всех труб, газовых труб и всех остальных коммуникаций. Все это элементарно прячется в такую вот стенку, и имеются доступы специальные к этой стене, если нужно поменять какие-то трубы, что-то включить, подключить. И уже исходя от этой стены, мы можем ставить кухонную мебель, бытовые приборы, и все оно будет гармонично стоять на вашей ровненькой квадратной кухне. В нашей ситуации дизайнерский ремонт, поэтому используются дорогостоящие дизайнерские материалы, такие как вот эта специфическая облицовочная плиточка. Здесь мы решили оставить небольшой подход к коммуникациям. Соответственно, сверху окно закроется тоже декоративными специальными дверками и подчеркнет дизайн этой кухни, и никто не догадается, что там спрятан двухконтурный котел. Двухконтурный котел Navien Ace – отличная вещь для вашего дома. Оно вам принесет тепло, уют и горячую воду. Но в нашем случае мы его еще и спрячем в дизайнерский интерьер, и никто не догадается, почему у вас так тепло и уютно в доме. С вами был Толяныч. Наше решение всех проблем. Ремонт легко и просто. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, задавайте вопросы, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы в видео или в письменном виде. Удачи вам, ставьте лайки!